20 мая 2018 год, Харьков, 13-й Володин, Харьков. Ну что, народ, несмотря на дождь, выглядит это примерно вот так. Проспект Науки. Планировалось по встречной полосе пускать движение. Не поместились. Ребята мои дорогие. Итак, да. Улица Атакара Яраша. Я не то, что не думал, что в Харькове столько велосипедистов нет. Я не думал, что в Харькове столько людей есть. Спереди сбрось!